В горах рожденный ручеек с водой, как девичья слеза, по дальним странам потечет, на нем заблещут паруса. Исчезнет вскоре чистота, вернется в капли дождевой, так удаляясь от Христа, душа чернеет с каждым днем. Когда в молитве воспарится, душа оставив грязь и шум, тогда на крыльях голубицы летит навстречу жениху. 25 марта 1965 года.